компания Hyundai представила свой новый флагманский кроссовер Palisade, названный в честь прибрежного района в Лос-Анджелесе, где живут очень состоятельные американцы. Длина машины составляет 4980 мм при ширине 1975 мм и высоте 1750 мм. По внешнему дизайну флагманского кроссовера несложно заметить схожесть с более компактным кроссовером Santa Fe, что выглядит несколько нелепо, так как корейцы создавали кроссовер Palisade для состоятельных американских покупателей, ради чего даже назвали свой кроссовер в честь престижного района Лос-Анджелеса. Ну а вместо того, чтобы приложить стильный элегантный внешний дизайн, корейцы решили сэкономить на дизайне и одели флагманский кроссовер в тот же костюм, что и кроссовер Santa Fe, но только чуть большего размера. Салон флагманского кроссовера выполнен в стиле минимализма, граничащем с дешевой простотой. Огромная центральная консоль с 5 кнопками, дисплей, приборная панель и руль с кнопками управления основными системами. Салон рассчитан на 8 человек, причем сиденья 2 и 3 ряда снабжены системой электропривод. Салон кроссовера оснащен также 16 подстаканниками и 7 USB-разъемами. Кроме того, для общения передних и задних пассажиров предусмотрена система громкой связи. Двигатель у флагманского кроссовера Hyundai Palisade будет только один – бензиновый атмосферник объемом 3,8 литра, мощностью 295 лошадиных сил с 8-ступенчатым автоматом, который самостоятельно переходит в парковочный режим при открывании водительской двери либо при выключении мотора. В продажу кроссовер Hyundai Palisade поступит летом будущего года. Базовая комплектация цена машины в США составит $31 000.